год существует в области, оказывается, у нас 9 его отделениями. Такую услугу может получить достаточно широкая категория семей. Услуга оказывается бесплатна. Более 150 семей получила в прошлом году. По итогам этого года более сотни семей получила эту услугу. А оказывается, она по заявлению, можно подать ее электронно через портал госуслуг, данное заявление, заключить после этого контракт и регулярно пользоваться услугой.